прокомментируйте сегодняшнюю игру. Невзрачное начало, первый тайм, потом второй тайм. Теперь совершенно другая команда была. Не знаю, честно говоря, выходили изначально на целом, но просто с первых минут будем показывать тот футбол, который удалось такой лишь потом, впоследствии, в конце, во втором тайме навестать. Да? А какой-то получился скомканный первый тайм в плане того, что не получалось сделать те атаки, которые, в принципе, наигрывались на тренировках. Нельзя сказать, что ребята не хотели этого. Получили такой достаточно, увидели один удар и получили гол красивый. Слава богу, что футбол не одного тайма, а два тайма. Это во втором тайме, после определенных бесед, как это часто у нас бывает, команда смогла взять мяч под контроль. Удалось забить такой же красивый гол. И даже пропущенный второй гол соперника не сломил команду. Вы видели, что проявили мужской дух, характер. Это то, что всегда присуще даче. Я считаю, абсолютно заслуженно победили. Скажите о заменах. Насколько они повлияли, кто кем в большей степени доволен из тех, кто вышел на замену? У меня, честно говоря, нет никаких больших претензий к тем, кто вышел на замену. Практически никому. Вы видели, что крылья играли всего четырьмя заменами. То есть они играли с четким пониманием того, что они не будут много замен сегодня производить. Всегда сложно выходить на поле, когда 7-8 футболистов меняют изначальный состав. Но я считаю, что все ребята справились. Вас Калежи забил первый гол. Начал опять, что лучше, нежели это было на первом этапе пребывания на школе. Знаете, я рад, что Васко Калежи забил первый гол. Я надеюсь, что этот гол его как-то подтолкнет и сподвигнет к тому, чтобы больше быть нацелен на ворота соперника. Но с другой стороны, было видно, что Васко тяжело. В принципе, он, как мне кажется, может быть, на фоне тех, кто зашел физически, где-то ему было сложно и уходить в оборону и бежать вперед. Но гол — это всегда приятно. Я надеюсь, что гол сыграет в его карьере профессиональные положительные вещи. Почему заменили Погосяна? Снова тот же практический сценарий. Первую половину встречи, там середина первого тайма, и снова заменили. Там уже с ним беседовали по кромке поля. Вы знаете, во-первых, мы изначально планировали сегодня увидеть трех нападающих по 30 минут. В принципе, Погосян свои 30 минут отыграл к моменту замены. Другое дело, что те 30 минут, которые он показал, я от него жду чего-то другого. Мы будем разговаривать. Я не вижу пока того, чего я хочу. Может быть, я изменю свое мнение, но пока я хочу чего-то больше. Сегодня на постановке дальше будет еще чернокожий нападающий. По его игре. Ну, он приехал с самолета, давайте так, как бы всегда человеку тяжело, он проделал как-то большой длинный путь, поэтому я вообще не планировал его сегодня задействовать, просто по утренней разминке решили дать ему сыграть 20 минут. В принципе, я ничего особо пока не сказать не могу. Будем смотреть дальше.